Что новенького у тебя там? Новенького? В жизни твоей вообще, садиковской. Хорошенький, прям четенько сейчас вижу. И даже мелкий шрифт вижу. Можно теперь рецептики читать. Вон она. Показывает одежду. Разбор полета сегодня. Похолодало и сразу за вещи взялась. Информация может проскользнуть и в процессе нарезания каких-то продуктов. Так что вы это все не пропускайте. Всем привет, девочки мои! Начинаю новое видео. Совершенно нежданно, негаданно. Представьте себе. Я пришла за Настей в детский сад. Она мне говорит, а что ты сегодня не снимаешь? Я говорю, да выходной решила сегодня сделать. Просто не снимать ничего, просто отдохнуть. Да, бабушка говорит, мои подписчики за мной соскучились, они меня 100 лет не видели. Я говорю, ну хорошо, ну раз твои подписчики соскучились, ну тогда я включу камеру, и ты им что-нибудь расскажешь. Так что даю слово Настеньке, внучечке моей. Всем привет! Я правда это сказала, что вам бабушка сказала. Ну потому что вы меня и правда долго не видели, потому что я, когда меня бабушка собирала, я сразу уходила на тренировки. Ну я да, решила да, так. Так и было, да. Не было нам времени, чтобы ты что-то рассказала. Да. Я хочу вам рассказать, что ну я ж мне сказали, чтобы я, ну, это, говорила свой стишок, и решили, чтобы сегодня я делала. Потом я не могу выговорить слово. Ну, вот это выговорить слово. Ну-ка выговори, ты же мне его выговорила. Обновлен я не могла выговорить. Обновленный. Все, видишь, еще раз несколько повторишь, и будешь уже смело. И мне сказали, чтобы я пришла в понедельник, и меня снимали. Это так не нравится. Ну, нравится, конечно, но я не знаю, почему они решили именно в понедельник. Ну, перенесли, наверное. И в понедельник мне опять эти косички делала. Ладно, ничего. А в понедельник... Что ты хотела рассказать? Что новенького у тебя там? Новенького? В жизни твоей вообще, садиковской. У меня там все хорошо. Сегодня у нас был другой воспитатель, Марина Александровна. А до этого была Ига Юрьевна. Потому что Марина Александровна, она была в отпуске. Мы были с Ольгой Юрьевной. Теперь, кажется, у меня у Ига Юрьевна в отпуске, а Марина Александровна нет. Сегодня мы были с Мариной Александровной, все было хорошо. На садике все поменялось. Я теперь сижу на новом столике. Теперь я сижу за первым столом. Я мечтала сидеть за первым столом. И сейчас уже сижу за первым столом. Молодец. А вот тогда, когда я пересела на второй стол, это вот так было. Я просто уже все помню, что было так обидно. Короче, когда мы сидели за столом первым, я тогда еще сидела за первым столом. Мы сидели за первым столом, и я была на Маликином месте, и там сидела Настя, то есть Настя там, а Сёма здесь. Но мы вместе звали Сёму, и Сёма быстрее замучал, чем я, потому что он уже понял, что Марина Александровна смотрит на нас. Он быстро свой этот так замучал, и я говорю, Настя. И меня пересадили. Я начала плакать, когда меня присаживали. Я такая, не хочу пересаживаться. Ну, мне было очень обидно, что я пересела. Я уже месяц там, 6 месяцев уже сидела за вторым столом. И теперь я сижу за первым столом. И на том месте, на котором я и мечтала. Yes. Я теперь сижу на Лизином месте. Я мечтала сидеть на Лизином месте. Может, это Лизе не нравится, но Лизе все понравилось. Потому что Малика с Лизой подружки. Подружки. И Малика сказала, чтобы она села с ней. Ну,
Лина села с Маликой. Ты мне расскажи лучше, мальчик, который тебя, вас там девочек обижал, новенький, он уже не обижает вас? Нет. Все, уже подружились, нормально. Или не подружились, но просто и при этом я тебе рассказывала это в другом саде, когда я еще была в другом садике. Нет, ты говорила, когда сюда пришла первый день, сказала, что там новеньких несколько мальчиков, один разбрасывает ваши игрушки. Ну все хорошо, сейчас мы уже до дома доходим, дома все дальше расскажу что-нибудь. А, дома будем фильм смотреть, я нашла новый фильм. Какой? «Приключения Реми», по-моему, называется. Реми. Ну, мальчик, приключения мальчика какого-то. В общем, посмотришь. Ну, ладно. Ну, привет-привет всем. Привет, девочки мои. Все, девочки, идем домой. О, прям солнышко на мне светит. Ой, красиво, как классно. Все, идем посмотреть, хотим приключения там какие-нибудь. Может быть, еще что-нибудь там посмотрим по времени. Интересно. Я сегодня за Настей чуть раньше пришла, потому что я из дома вышла раньше. Забрала же я свои новые очки. Девочки, я вам покажу дома. Очки. Ой, что это за собаки? Ну что ж они... Вот... Это собака вообще хрюкает. Мимо идешь. Обязательно им надо полаять. Ладно, все, дома все. Вот, девочки, мои очки забрала я. Эти очки помощнее. Я попробовала сравнить, посмотреть через те, посмотреть через эти. Антибликовые видно, да? Вот. И эти с утоньшением сделали как-то. Ну, в общем, оправа и утоньшение, и линзы все вместе 4700. Те очки, которые были у меня, вышли они тогда. Тогда они мне лет 5 назад, в 2 раза дороже. И взяла такой чехольчик, небольшой, компактненький, чтобы... Места много в сумочке не занимал. Вот. Новые очки, новый чехольчик. Сейчас покажу, как на мне они смотрятся. Скажу я вам, девочки, в этих очках я вижу гораздо лучше. И здесь такая незаметная оправа. Вот мне нравится то, что незаметная оправа, стекло. Я попросила сделать потоньше именно вот это место, потому что, когда я в магазине хожу, чтобы я могла видеть людей, там пол, мне... Нужно смотреть не через очки, а через очки, и вот я смотрю там, ну, срок годности и так далее. И тогда, когда читаю, если я лежу в телевизоре, ковыряюсь, бывает, в телефоне, и смотрю телевизор одним глазом, мне надо тоже, чтобы они были на носу, чтобы я могла и так видеть, и так видеть. В общем, короче говоря, хорошенький, прям четенько сейчас вижу, и даже мелкий шрифт вижу, можно теперь рецептики читать. Из аптеки, которые лекарства. Вот так-то вот. Вот. Ну, хороший. Единственное, что меня, конечно, меня пугает то, что тоненькая оправка. Я когда ее беру в руки, мне непривычно. Хотя мне девушка говорит, не пугайтесь, не бойтесь. Но она такая тонюсенькая прямо. Мне кажется, что они такие прям хрупкие-хрупкие. Она говорит, ну это вам так кажется вроде бы нормально. Видите, прям тоненькая, тоненькие дужки металлические. Ну, надо будет поаккуратнее, значит, с ними. Бережно обращаться с ними. Вот так. Девочки, посмотрели. Мы сейчас с Настей фильм детский. Но он такой печальный. Мы решили включить смешных животных. Смешных кошек смотрим. И сейчас увидели в ролике, увидели Селену. Дочь мою. Сейчас хотим повторить, посмотреть. Интересно это. Вон она. Показывает одежду. Настя, папа за тобой идет. Поднимается уже. Посмотрим в другой раз. Давай, скажи моим подписчикам. Все, иди папу встречай. Спокойной ночи. Доброе утречко. Я смотрю, на улице прям четенько так, да? И солнышко светит, и чётенько так видно листочки, ни ветра не шелохнется, ничего. Но градусов на улице 11, девочки, а утро уже, сами понимаете, 11:30, что ли. Утро уже, в общем-то, сколько? 6:30, без 27 уже, без 27. Люди сейчас выходят на улицу, и прям надо будет людям прям в куртках выходить.
Не знаю, надо уже, наверное, вещи теплые доставать. Что-то ранее какая-то осень. Ну, я думаю, тепло еще будет. Это, наверное, циклон. Ну, конечно, я в шоке. Спала сегодня с закрытыми окнами вообще. Решила я, девочки, перебрать свои вещи. У меня сейчас такое творится тут вообще кошмар. В общем, с полок все достала. Тут уже перебрала. Тут еще надо поперебрать. Что-то мне оставить, что-то мне раздать, отдать. В общем, разбор полета сегодня. Похолодало и сразу за вещи взялась. Доброе утро, девочки мои. Я проснулась. Ну вот, извините, что у меня так получается сумбурное видео. Я снимаю, скачу с одного дня на день. Вроде как что-то там сделала и все. На самом деле, вчера у меня целый день ушел на вот это вот все дело, что я вчера начала перебирать вещи. Ну, во-первых, в связи с тем, что похолодало, понятное дело, похолодало внезапно резко, и я там выдернула то, что у меня вот первое, что попалось, и вот когда за Настей ходила в садик. Но думаю, надо уже перебрать, чтобы уже понять, какие вещи мне, может быть, мало, и что-то отдать, что-то лишнее отдать. И так далее. В общем, вчера я перебирала весь свой гардероб, весь, вещей много. Отложила вещи, которые действительно мне там, ну, по каким-то причинам не подходят. Что-то я просто реально не ношу, да. В общем, излишки отложила, позвала соседок. Тут примерочная у нас была, мерили-перемерили. И, в общем, забрали у меня все. Очень довольны и счастливы. И я рада, что я кого-то все-таки осчастливила, кому-то сделала такие вот подарочки. Девчата мне тут принесли потом фруктов, угощения. Ну, в общем, вчера у нас был обмен. Обмен. Все довольны. Я довольна, что люди довольны, они довольны. В общем, знаете, приятно делать кому-то приятное. И вот это все возвращается потом. И вспоминается, знаете, такая русская поговорка, или что это там, не скудеет рука дающего, да, вы людям даете, вам оно как бы возвращается, делаете приятно, приятно возвращается. Так, я сейчас, собственно, хочу не просто сидеть, а время зря не терять, а сделать уход лица, потому что сегодня я хочу привести себя в порядок, сегодня у меня такой день. Сегодня я собираюсь за собой поухаживать. Значит, что я хочу сделать, это вот А, Б, С у меня. Это средство по уходу за лицом, чистка, пилинг. В общем, пришло время почистить, попилинговаться. Я заодно буду с вами болтать. Что еще? Сегодня я стала на весы, девочки. Я последние 2 недели сбросила 2 килограмма, во-первых. Можете меня с этим поздравить. Я теперь вижу, что результат у меня пошел уже, пошел результат. Последние 2 недели, значит, что я немножечко ужесточила свою диету. И, кстати, аппетит у меня уменьшился. Значит, что помимо того, что я вам говорила до этого, хлеб я ем один кусочек в 2 дня. Вот, то есть за 2 дня только один кусочек хлеба я беру, и я на него уже намазываю то, что я хочу. Сливочное масло, сыр, там колбаску, сервелат у меня салями финская. Вот, значит, вот просто я так отрываюсь, потому что я бутерброды люблю, но думаю, ладно, один, скажем, бутерброд за 2 дня я могу поесть. И это буквально вот этот бутерброд, там, ну и овощи добавляю, там помидорчики, огурчики. То есть это уже заменяет целый мой обед там или ужин. Ну, я стараюсь это есть пораньше на обед, чтобы на ужин как бы у меня ничего такого не было. Вот. И, значит, что еще? Ну, овощи, фрукты у меня основное питание. Получается, что на завтрак я ем, как всегда, свою кашку овсяную. На обед у меня кусочек мяса с овощами, либо овощное, ну, мясо-овощное какое-то блюдо. Вот. И все. Потом полдник и ужин у меня, в общем-то, фрукты получаются. Вот у меня дыня была, я вчера доела. Фрукты ем. И вот вечером еще там стаканчик йогурта натурального, не сладкого, выпиваю. Так, вот это дело наношу на 10 минут. Через 10 минут надо смыть. Время засекаю. Так, я уже вам что-то не рассказываю, что я тут наношу. Это шаг А. Наношу. Это подготовка лица к этому пилингу. Я уже просто это делала не раз. И кто постоянно смотрит, те это дело все знают. Но кто смотрит впервые, значит, вот это
наношу такой вот гель. Он лицо подготавливает для пилинга. Второе потом надо смыть через 10 минут. И второе средство, это уже идет микропилинг, такой миленький скрабик. Вот. Но это будет потом. Значит, вот что я хотела сказать вам по поводу похудения. Мне прям понравилось то, что первые у меня 3 недели, ну, результат был очень слабый. Вот. А сейчас я решила, что надо убрать вообще хлеб. То есть, вот, ну, как бы я вообще все без хлеба ем. Ну, только вот, как я вам сказала, один кусочек через день я съедаю с маслом. Потому что масло сливочное, оно и сыр, оно как бы полезно. Есть, нужно не только прям себя ущемлять во всех продуктах, но нужно есть тоже какие-то полезные продукты, необходимые организму. Кстати, вот я показала, что... делая салат из овощей и налила постное масло, там немножечко с запахом, я вам говорила. И вот одна подписчица мне написала: вы с этим маслом в салате употребили суточную норму килокалорий. Я любопытства ради взяла бутылку с маслом вообще, посмотрела, сколько в постном масле, в растительном постном масле, именно подсолнечном, сколько там килокалорий. Значит, там на 100 грамм идет 899, ну, 900, скажем, килокалорий на 100 грамм. Я добавила в салат где-то столовую ложку, ну, я на глаз наливаю, ну, примерно столовую ложку. Значит, в столовой ложке получается 90 килокалорий. И салат этот я разделила на 2 раза. То есть за один прием я употребила, то есть салат я сделала, я в один день поела, на следующий день салат этот доела. Получается в день 45 килокалорий у меня с этим маслом. Но дело в том, что масло, ну, во-первых, в овощах и фруктах там килокалорий как бы мало, да, в мясе тоже мало. То есть я больше ничего не ем, мучное ничего не ем такого, чтобы... То есть я не увеличила свою калорийность, но с другой стороны масло это необходимо для организма, для роста ногтей, волос, для качества кожи. Я не хочу, чтобы у меня, знаете, с моей диетой у меня ухудшилась кожа, там вот это вот все, волосы, ногти. То есть, в принципе, нужно продукты необходимые есть, просто нужно это все есть в небольших тогда количествах, да. Вот, так что я придерживаюсь, и главное, что я смотрю на результат. Если результат есть, то прекрасно, значит, за 5 дней килограмм сбрасывается, это уже прекрасный результат. Меня он вполне устраивает, я буду дальше придерживаться, в общем-то, вот этой вот диетки. Так. Значит, что я вам... Я вот это вам сказала, да? Что у меня на сегодняшний день? На сегодняшний день я хочу привести себя в порядок. Сейчас вот я вот это вот за лицом поухаживаю. Потом я голову помою. Голову мою отдельно, чтобы лицо не касалось никак. В общем, скупаться надо. Ну, в комнате у меня порядок. В принципе, уже вещи вчера все поперебрала. Все как поубирала. Сегодня, возможно, ко мне придет сестра. Я еще вещи какие-то отдала, но какие-то я оставила для сестры, потому что я обещала сестре тоже там кое-какие вещи ей нужно. Так что сегодня она придет ко мне в гости и обязательно с какими-нибудь подарочками уйдет домой. Я же ее с пустыми руками не отпущу. Все, девочки, первый шаг я умыла. Так, теперь я наношу пилинг. Сам пилинг вот этот. Что еще я вам хотела сказать? Читаю комментарии. Кстати, спасибо всем за добрые комментарии, за то, что вы меня поддерживаете. Это мне очень важно. Важна ваша поддержка. Она меня вдохновляет на новые видео. Кто-то мне там порекомендовал рецепт. Вот эти вот гнезда, которые такие я купила, ну, как они, паста называется, как макаронные изделия такие. И мне там посоветовали один рецептик приготовить гнезда там с фаршем. Ну, и снять этот рецепт. Но я хочу сказать, что, девочки, я же сейчас не ем. Я на раздельном питании. Раздельное питание, это нельзя есть макаронные изделия с мясом. То есть мясо не это, я не ем с гарниром. Мясо ем, сочетается у меня только с овощами. Поэтому макаронные изделия вообще, все любые крупы там, макароны, хлеб, все это я сейчас отмела пока. Пока что я
вполне себя удовлетворяю, ну, удовлетворяюсь, в общем-то, той едой, которую я ем. Фрукты, овощи. Много фруктов ем. Ну, хотя нет, я их ем немного, у меня разнообразие фруктов разных. Ну, я, допустим, там съела персик, все, наелась, там через, допустим, там 2 часа могу съесть там еще грушу, например, ну, или там дыня, что. Ну, то есть я знаю, что во фруктах, в них же тоже есть там глюкоза, все это, то есть сильно наминать, на них наседать тоже не стоит. Но по чуть-чуть лучше уж поесть фрукты, чем какую-то еду там насыщенную такую. И, кстати говоря, благодаря этой еде, наверное, у меня снизился аппетит. У меня практически нет аппетита. Вот я даже в обед пообедала. И после этого мне вот хочется, может быть, чего-нибудь куснуть. Я фрукту какую-нибудь съела, и все. И успокоилась на этом. Вот, так что я себя так сильно не мучаю. Если мне уж хочется что-то съесть, я что-нибудь съем, ну, такое легкое, знаете, вот. Во всяком случае, во фруктах нету жира там никакого. Это ничего не жареное, не натуральные продукты. Если там даже есть глюкоза, это не этот не вредный сахар, а там полезный для организма. Так что, в общем, нормально. Протекает у меня вот это похудение нормально. А эти макаронные изделия, там крупы, все, что у меня есть, это все пока пусть полежит, оно никуда не денется, оно хранится долго. Полежит пока, подождет, пока я сброшу лишний вес, потому что я вам говорила, кольцо не снимается. Но я, правда, не пробовала сегодня его снять. Но я думаю, что еще пока рано. То есть у меня сейчас всего-то сколько? 8, 83, было 86,5, сейчас 83,5 килограмма. И это еще не маленький вес. Вот уже когда будет меньше 80, тогда попробую кольцо снять. Но я вам в любом случае, когда будет оно сниматься, обязательно об этом сообщу. А вы, мои дорогие, смотрите мои видео все, не пропускайте. Даже тогда, когда я снимаю готов. Вот я заметила, просмотров меньше, когда у меня готовка. Либо я там, допустим, вот фикс прайс там сняла, да, где-то. Если я пишу в названии, что там фикс прайс или Фаберлик, или какая-то там готовка, какое-то блюдо, я смотрю меньше просмотров. На самом деле я снимаю все это влогами, то есть у меня там события меняются, я не снимаю только один фикс прайс, либо что-то там одно. И когда я что-то готовлю, я в этом процессе, там не столько вам показываю это блюдо, как готовить, да, сколько я в этом процессе болтаю с вами о том, о сём. Поэтому информация может проскользнуть и в процессе нарезания каких-то продуктов. Так что вы это все не пропускайте. Вся там информация есть. Я просто с вами болтаю. Видите, я что-то делаю и болтаю. Я не люблю просто так вот сидеть и вещать там часами, да. Так, мне кажется, неинтересно. Мне самой неинтересно и вам неинтересно. А так, видите, дело делается, как говорится, руки работают, язык работает тоже, болтаю с вами. Так, ну все, вроде бы почистила. Сейчас я это все смою. И потом нанесу третий шаг. Все, я умыла пилинг. Носик немножко потерла. Вот носик, подбородок, это самые такие места, по которым я, кстати говоря, и определяю, что мне пора сделать этот пилинг. Но мне так нравится, вот после этого ухода до лица так приятно дотрагиваться, все такое гладенькое, никаких шероховатостей нету, просто класс. А сегодня я так проснулась, думаю, так, у меня сегодня вроде такой день, я такие все дела важные, которые запланированы были уже, сделала, и у меня осталось только сделать уход. Уже теперь привести в порядок себя и кайфовать просто по жизни, как я и делаю обычно. Ой, какая прелесть. Вот этот вот шаг С, третье средство, вот уже после пилинга его наносишь, и лицо прямо отдыхает. Это такое успокаивающее средство, такой бальзамчик успокаивающий, снимает воспаление, покраснение и успокаивает. И лицо прям кайфует. Ой, здоровская прям, классно. Так, ну что, девочки мои, сделая уход, осталось мне вот уже привести волосы в порядок, все остальное в порядок привести. Я смотрю, наснимала я в этом видео уже много всего всякого разного, поэтому я хочу с вами на этом попрощаться, это видео закончить, а
потом уже начать следующее видео. И вот сестра, если ко мне сегодня в гости придет, то это вы уже увидите в следующем видео. Она может прийти, а может не прийти. Мало ли там какие может быть дела. Если не придет, то я снимать сегодня больше ничего не буду. Буду монтировать это видео. Вот. Значит, что я вам хочу сказать. Пишите комментарии, девочки, обязательно. Мне очень приятно их читать. Ставьте лайки, не забывайте. Кто не подписан, подпишитесь тоже. Не забудьте подписаться. И все. До новых встреч. До следующего видео. Продолжение следует. Всем пока.